Всех приветствую на канале про вейпинг. Добрый дядька вещает для вас. И сегодня, благодаря торговой компании Sourmo, у нас такой вот обзор будет на Vaporese Lux 80 под мод Kit. Что это такое? Это новый их флагман, можно его так назвать, на встроенной батарее, на GTX испарителях, в общем, замечательный маленький стелс-девайс. Также сегодня у нас будет в эфире, скажем так, переходник под 510, но есть у этого девайса и свои недостатки. О них давайте поговорим сейчас чуть попозже. Сейчас рассмотрим коробочку, здесь, в принципе, ничего нового. Ничего военного. Открывается лапчик у нас довольно-таки просто. И, соответственно, здесь у нас так заботливо уложен паспорт, гарантийный талон, ну и прочее, прочее, прочее. А компания Vaporese не стала, скажем так, мучиться с тем, чтобы новые испарители, они все на GTX, и этих GTX очень много, они разные, в общем, в любом шопе вы их найдете. Здесь у нас два испарика представлены, да. Дальше Type-C шнурок, довольно-таки интересный, и вот такое вот маленькое устройство, маленький такой вот подик, да. А здесь какой первый нюанс? Бак у них идет на магните, но вот эта вот верхняя площадка, она несъемная. И вопрос будет в эстетичности установки площадки, но об этом мы чуть-чуть попозже с вами поговорим. А теперь давайте по самому поду. Вес его всего-навсего 142 грамма, габариты 39 на 28 на 111, и материал здесь цинковый сплав, эко-кожа, ну, в общем, все в лучших традициях, да. Емкий аккумулятор здесь стоит на 2500 махов, что вполне себе хорошо. Испарители на 0,2 и на 0,3 Ома, соответственно. Емкость бака, соответственно, 5 мл, что довольно-таки хорошо. По баку давайте разбираться. Заправка у нас верхняя, крышечка так вот откручивается, и здесь, соответственно, небольшое довольно-таки отверстие под залив жидкости. Ну, интересный конструктив, но он мне не очень нравится. Почему? Потому что если пролюбите или поломаете вот эту верхнюю крышку, в которую интегрирован дриптип, будете менять весь бак. Хотя стоят они не так дорого, и в принципе найти их можно практически в любом шопе. Далее, по вкусу GTX всем давно известны, тут ничего нового сказать не могу. Теперь давайте по площадке. Площадка вот имеет такой вот вид. Она довольно-таки такая тяжеленькая. Вот, продается вот в таких коробочках на vapedom.ru. Можете спокойно найти ее, купить себе. Вставляется она на магнитах и уходит практически за подлицо. Но единственный нюанс, то есть было бы интереснее, если бы вот эта крышка была все-таки съемная. Но нет, не хотят. И получается у вас, если вы будете под данный девайс накручивать свою, допустим, дрипочку, то у вас получится вот такую вот площадка, то есть увеличение размера на довольно-таки приличное. Ну, не знаю, проще ли бы просто было сделать, скажем так, 510-й коннектор, но нет, этого не сделали. Почему? Потому что нужно продавать в первую очередь свои испарители. Регулировка обдува происходит здесь вот таким вот образом. То есть вы крутите бак, и как бы все у вас замечательно. Вот, по дизайну, мне он очень нравится, он очень удобно лежит в руке, хотя, допустим, вот эта вот глянцевая вставка под карбон немножечко меня напрягает. То есть здесь у нас эко-кожа, а здесь у нас такая вот вставка под карбон. Ну, такое себе решение на самом деле, но на самом деле еще радует функционал. То есть пятикратное у нас включение, экранчик у нас совершенно небольшой. Экран порядка 96 дюймов, но что-то мне сдается, что нет. Будет он чуть-чуть поменьше. Ну, доверимся производителю. Раз, два, три, четыре, пять. Включаем наш девайс. Режимов работы здесь несколько. Сейчас я вам покажу. То есть тут все, в принципе, стандартно. По экрану понятно. Батарея, режим работы, количество ватт, сопротивление, пафы, ну и так далее и тому подобное. Раз, два, три. Мы блокируем, соответственно, кнопочку Fire. Раз, два, три.
разблокируем. Если мы нажмем плюс-минус, то мы попадаем в менюшку. Здесь у нас режим Very Watt, то есть здесь у нас от 5 до 80 ватт с шагом 0,5, ну, такая себе история. И нету круговой прокрутки, вы должны понимать. Дальше режим Very Volt от 0 до 4 вольт с шагом 0,1 вольт. Тоже прокрутки нет. Здесь у нас смарт режим, так называемый умный Very Watt. То есть он автоматически устанавливает оптимальную мощность, ну, в зависимости, соответственно, испарителя. Можно включить, можно выключить. Дальше ПАВ, счетчик затяжек. Вот, до 7 дней он может вам запоминать и рисовать график использования вашего устройства. Но это вот для перфекционистов, скорее всего. Дальше темы. Здесь всего их 3. Я выбрал самую светлую, дабы вам все было видно. Надеюсь, видно. Дальше сброс по дефолту настроек и выход из меню. Все. По менюшке больше здесь ничего нету. Ну вот, вот смешанное у меня чувство, друзья, если честно. Почему? Потому что с одной стороны вроде как он прикольный, он маленький, бы его использовать вот под такие вот сигаретники, но с другой стороны получается, что вот у вас есть такая площадка, как вот, ну, не знаю. Внешне мне это не очень нравится. Может быть, вам нравится. Ваше мнение всегда буду рад услышать в комментариях. Поэтому welcome, пишите. Довольно-таки интересный девайс. И, казалось бы, можно было бы на этом закончить наш обзор. Но у него же есть старший брат. Старший брат такой вот устройство на 18650. То есть по... В принципе, функционал все то же самое, только вот он будет больше. И проблема у него ровно та же, что и здесь. То есть, хотите, пожалуйста, не вопрос, мы вам можем его дать, но, соответственно, у вас тоже будет такая площадка. Ну и они немножко отличаются между собой. Какой выберете вы, пишите в комментариях. Я бы, наверное, взял бы все-таки тот, который поменьше. Почему? Ну, потому что... На мой взгляд, он более интересный и, на мой взгляд, он более компактный, в особенности для лета. Все, друзья, читайте обзоры на сайте provaping.ru. Саурмо, ребята, вам большое спасибо за предоставленный образец. А я на этом заканчиваю. Всем удачи, всем пока.